Привет! Это кто? Я снайпер кот. Мяу! Блу-луга-луга-луга, владелец Майнкрафта. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт и с вами котик Белуга. И сегодня котик Белуга станет владельцем Ютуба, Майнкрафта и Роблокса. Давайте, пожалуйста, в честь такого веселья поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал, прожмите колокольчик, а ссылка на канал Белуга будет внизу в описании. Начнем с Майнкрафта. Йоу, Майкрософт, да. Можно мне Майнкрафт? Нет. Сегодня день наоборот, мяу. Блу-луга-луга-луга, контент, владелец Майнкрафта. Владелец каждого сервера, Hypixel. Юджин. Эй, слышь, нуб, на тебе, ты такой плохой в этой игре, ты не шаришь вообще нифига. Лол. А чё ты ржёшь? Ты вообще отстой, я король ПВП, никто не победит один на один, ты нуб. Что ты с этим сделаешь? Теперь я владелец. Ой, блин, все, с котиком лучше не шутить. Засмитить ее, Евгена. Прощай, Евген, пресс F2P респект, как говорится. Чё? Ты не можешь просто меня убить! Звучит как проблема со скиллом. Это нечестно! Жизнь нечестна. Забанить Йогина. Вот так вот, нельзя спорить с этим парнем, ребята, он суров. Идея 2, изменить скин у всех. Привет, Йоген. Чё? Мне нравится твой скин. Спасибо. Да, красавчик реально. Моя мама его мне сделала. Перезапусти игру. О! Ля, вот это я понимаю. Эй! Ты не можешь так поступить, это мой скин! Даже такой, дядя! Это моя игра! Эй, все! Юджин, девчонка! Ты малолетний, слышь, я это изменю, не смей так со мной! Или будут последствия! О, сейчас будут последствия, смотри-ка. Отличный скин, лол. Я что тебе сказал? Я забыл просто. Ладно, пофиг. Это не так уж и плохо, я просто проигнорирую свой скин. О боже, это что? Ты умер! Never gonna give you up, never gonna let you down. Добавить новых модов, идея номер 3. Я добавляю новых модов! Как называются? Дискорд моды. И что сейчас будет? Так это просто обычная корова. А что это за располневший Иисус? Я понял. Что? Что это? Пофиг. Это просто корова. Обычное дело, буду их просто избегать. Юджин, тебе будет играть все веселее и веселее с каждым разом, ты готовься. Это, знаете, это как жизнь при тоталитарном правительстве. Да пофиг, просто маленькие зарплаты. Выращу на огороде что-нибудь. Да пофиг, сажают за любое слово. Ну, налеплю скотч на рот, ничего не буду говорить. Какая разница, пофиг вообще, да? Расслабились, расслабились. Лол-лол-лол-лол-лол. Белуга лучший президент был бы на планете. Продать игру. Эй, Евген. Да. Я продал Майнкрафт. Фу, наконец-то, больше никакого троллинга. Погоди, а кому продал, да? Чего? А кому ты продал Майнкрафт? Просто маленькой компании, называется Electric Arts. Это не очень хорошо, наверное, отразится. Electric Arts теперь владелец Майнкрафта. Нет, нет, нет! Ой, отлично, сейчас ждем. Добывать алмазы — это премиум услуга. Обновите свою игру, чтобы разблокировать $150 всего лишь. Да чё там, в самом деле, Юджин, давай. Зато никакого троллинга. $389 майнить блоки. Нифига себе, да, сценочки. Умирать — это премиумная область. А сейчас котик Белуга станет владельцем Ютуба. Я покупаю Ютуб. У тебя 1,8 триллиона долга. Сегодня день наоборот. Баланс? Плюс 1 миллион. Нифига себе. Сюзан Вайджинский, пока. Наконец-то. Я могу захватить мир. Стать знаменитым. И все. Кто самый подписываемый ютубер? Ты Сирис. Неправильно. 4 подписчика. 100 миллионов. Это я. Ты Сирис 200 миллионов. Ну, теперь у них один. Представляете себе, если бы так можно было делать с любым ютубером, это был бы ужас вообще. Я бы не готов был бы в такой реальности жить. Йоу. Мистер Бист, большой фанат. Пожалуйста, дай рубаксов. Ты чё, подписываешь ботов? Нет, я заслужил своих подписчиков, честно. У тебя одно видео. 13 просмотров. Белуга фейс ревил. О боже. Лицо-то симпатичное, на него долго можно смотреть, я согласен. Шаг 2. Найти девушку. Gamer Girls. Так. Канал. Кого бы мне выбрать? Снайпер Вулф. Вот Султан там сидит, выбирает кошачье. Мне нравится Снайпер Вулф. 31 миллион. Личное сообщение. Там есть такое? Мне кажется, на Ютубе нету такого. Но у него все есть. У него свой интерфейс. Привет. Это кто?
Я снайпер-кот. Мяу. Ты как мой номер вообще нашел, слышь ты? Я Ютуб, так что хочешь на свиданице, нет? А? У меня 100 миллионов подписчиков. Нет, я, пожалуй, против. Ой, кошмар какой. Вот же наглая маленькая пушистая гадость, а. Дизреспект ему. Начать войну. Удали свой канал. Зачем? Ты используешь саботов. Подожди секунду. С тех пор, как я владелец Ютуба, я могу загружать видео на любой канал. Я хочу... Чё? Ничего. Позже той же ночью. Мистер Бист. Ого. Так, загрузить видео. Юдипай, отстой. Пришло время начать войну. Так. Мистер Бист, отстой. Да. Класс. А... Вау. А кто этот... паренек? Подожди, чего? Ютуберские конфликты уже не те, что раньше. Сейчас это очень опасная игра. Достичь мира во всем мире. Эй, все! Я удаляю рекламку из Ютуба. И возвращаю дизлайки. Мир во всем мире был достигнут! Белуга. Что? Зацени свое разоблачение. Кто поставил дизлайк? Не знаю. Это видео отстой. Почему? Потому что ты отстой. Один дизлайк. Удалил мой коммент? Нет, Бакару. Я найду твой дом. Нифига, слушайте. Да, ребята, белуги ставить дизлайки нельзя. Фрестон Роуд, 150. Что, под мостом сидит, что ли, там? Даже самый сильный человек не может избежать рекролла. А уж когда вот эта хитрая козячья рожа берется за дело, так тем более. Что если бы белуга завладел Роблоксом? Итак, вот он уже здесь. Мне нужны робаксы. Тебе нужны солнышки. Так. Жизнь так несправедлива. Белгуга! Привет. Поздравляю, Рик Эсли! Это который... Если вы не знали, который как раз и поет. Never gonna give you up, and never gonna let you down. Ты первый кот, который миллиард людей прорекролил. Спасибо. Твой приз! 69 миллиардов миллиардов! Хороший приз. Да, теперь я могу купить себе робаксов. А, Roblox компания. Он, походу, компанию покупает. Белуга, ты теперь владелец Роблокса, веселись, лол. Опс, случайно купил компанию. Ну, бывает. Бангуга-гуга-гуга! О нет, это плохо. Ослабься! Это же просто Роблокс. Что может пойти не так, лол? Добавление в друзья. Друзья. Ух, нифига. 1000 друзей, вау, я такой популярный. Тристан, Пукет, Рик Эстли. Белгуга? Чего? А, ты владелец Roblox? Может быть. А ты можешь удалить чат-фильтр? Пожалуйста. Зачем? У меня днюха. Окей. Удалить чат-фильтр. Тыдык. О! О! Кажется, у нас потихонечку формируется текста группы Ленинград из наших чатов, да? Возможно, это было не такой уж хорошей идеей. Это надо исправить, да? Отдать всем voice чат. Еще лучше. О! О, а вот это серьезно! Воровство скина, это серьезно! Ты что наделал? Быстро починил игру. У меня тут свидание намечается с Girlfriend в Роблоксе. Роблокс Girlfriend? Мы встречаемся 20 лет. Оу, oh май. Подожди, Волт. Прости меня. За то, что я собираюсь делать. Если что, тут написано узнать пол, возраст человека, который играет. Сейчас будет сюрприз. Мужик 40 лет. О боже! Роблокс испорчен. Успокойся. Это, я просто... Закрою игру, ненадолго. Окей. Закрыть Roblox. Да не посмеешь. Почему? Не закрывай Roblox! Почему? У Роблокса 230 миллионов человек, если его закрыть, куда ты думаешь, они все пойдут? Майнкрафт! Это не моя проблема, как бы. 230 миллионов игроков. Плевать. Закрою только на минуту. Закрыть Roblox. Так, сейчас. Соединение проблемы, извините, проблемы с сервером, пожалуйста, попробуйте еще. О боже, нет! О боже, Майнкрафт взорвется нахрен просто. Все сервера просто взорвут, вот так вот затрясутся, вот так, так это, бух, и все, и в космос, понимаете? Это что за звук? Так.
А, в Лего! 230 миллионов детей! Роблокс не идеален, ты тоже не идеален! И все вы не будете жить в идеальной гармонии. Но если он может тебя хотя бы разок рассмешить, потому что ты подумаешь тогда дважды о людях, которых ты любишь, или если он может заставить тебя признавать, быть человечным и совершать ошибки, держись за него и дай ему все, что можешь. Улыбайся, когда Роблокс делает тебя счастливым, кричи, когда он делает тебя злым, и скучай по нему, когда его здесь нет. Люби сильно, когда есть что любить. Потому что идеальные игры не существуют, но всегда есть одна игра, которая идеальна для тебя, и это Roblox. Билл Гугула, глава Roblox. Какие красивые слова, боже. Вы знаете, я прям чуть не расплакался, но я сдержался, потому что я суровый мужик, куда же мне плакать. Правильно, но это было очень грустно, щемяще, вообще просто невероятно. Молодец, котик Билл Гуга. Посмешил ты нас от души, я надеюсь, вам тоже понравилось. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик, и всем счастливо, всем удачи, всем пока.